Сразу в нескольких залах художественного музея более 80 полотен. Они принадлежат кисти и таланту 50 авторов. Это художники со всего юга страны. Проект называется «Эва». Аббревиатура расшифровывается как «Эволюция вселенского авангарда». Это выставка современного искусства, которая уже в какой-то степени стала классикой. Любой знак, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, вот эти вот наши знаки в искусстве, когда мы создаем любые произведения, чтобы компоновать любой лист, любой холст, любую композицию скульптурную, это основа основ. Авангард – это нет чистых изобразительных натуралистических моментов. Мы стараемся за счет вот этих нотных ситуаций создать композиционную тему. «Эва» – это продолжение выставочных проектов «Белый пароход» и «Матриархат». Авторы работ – профессиональные художники, академики Российской академии художеств и молодые живописцы. Из Сочи проект «Эва» отправится в города края – Ставрополь, Пятигорск и Адыгею. Финальным аккордом станет выставка в Москве. Ну а в художественном музее с проектом «Эва» можно познакомиться до 18 ноября.